Конечно. Так, добрый день. Мы начнем здесь, потому что пока заняты. Меня зовут Наталья Вениаминовна. Мы с вами вошли в дом, который построил поэт Евгений Абрамович Баратынский для своей семьи. Баратынский – ровесник века, поэт пушкинского созвездия. Он автор поэм «Перли», «Эда», «Бал», «Наложница». Слава поэта у него была такая же, как у Пушкина. Этот дом он построил в 1842 году. И прожил он в нем менее года. Осенью 1843 года Баратынский уезжает с женой и старшими детьми путешествовать в Германию, Францию, Италию. Но через несколько месяцев, неожиданно для всех, в июне 1944 года он скончался в Неаполе от сердечного приступа. И Анастасия Львовна вернулась сюда безутешной вдовой, жить в этом доме она не смогла. Все напоминал ей покойного Евгения. Она отсюда уехала. И после смерти Баратынского здесь стала жить младшая сестра вдовы поэта, своим мужем Николаем Васильевичем Путятой. И вот это то время, когда сюда к Путятам приезжали Николай Васильевич Гоголь, он ночевал в этом доме. Он привозил сюда Сергея Тимофеевича Аксакова. И Аксаков с своими удочками часто сидел на бережку этой речки Талица, ловил рыбку. В 56 лет он написал первое свое произведение «Записки об ужении рыбы». Через год записки «Рыбного охотника», «Детские годы Багрова внука», «Семейная хроника», «Сказка «Аленький цветочек». Здесь бывали и позже поэты Яков Петрович Полонский. Здесь был Максимилиан Волошин в 1928 году. И бывали и другие поэты, и художники. Михаил Васильевич Нестеров приезжал сюда часто. Но вот уже в конце 19 века Мурано был известен как литературный уголок Подмосковья. И сюда приезжали, привозили и свои книжки, и новинки литературы. Здесь много рукописей, книг с автографами известных людей. История Муранова – это история четырех семей, связанных между собой родственными узами. Энгельгарты, Баратынские, Путяты и Тютчевы. Сын поэта Тютчева в 1869 году женился на дочери Путят. То есть здесь получается семейное гнездо. И усадьба все время передавалась по родственной линии сначала к старшей дочери от генерал-майора Льва Николаевича Энгельгарта, затем к младшей дочери, а затем вот к внучке. Так что здесь у нас имеется 4 гербовых печати, даже 5 гербовых печати, не только вот этих владельцев Энгельгарта, Баратынских, Путят и Тютчева, но также один из сыновей Сергея Тимофеевича Аксакова, Иван Сергеевич Аксаков, женился на одной из дочерей Тютчева. Так что вот еще и гербовая печать Аксакова у нас. Все в этом доме подлинное. Сам дом Баратынским построенный называл поэт домом-термосом, потому что дом деревянный, потом воздушная прослойка, как в термосе, а потом кирпичная кладка. Благодаря вот этой воздушной прослойке летом прохладно, а зимой тепло. В доме 16 печей, в доме 2 камина. Пожалуйста, заходим сюда. Но мы с вами пошли не со стороны парадного входа, да? Вы обходили вокруг дома? Вы обойдете потом. Мы зашли со стороны хозяйственного двора, вы видите там фотографии конюшни, амбара, кучерская бывшая вот здесь вот напротив, гладильня сохранилась, там ледник за кучерской. Мы сейчас идем вот сюда, вот в комнату, которую Путят называл литературной. Часы в этом доме будем видеть, каминные,
Здесь фотография Федора Ивановича Тютчева. Почему Муран называет дома поэта? Поэт Баратынский изображен вот здесь вот в черной рамочке, да, в центре с правой стороны. 1800-1844 год. Самый известный роман со слова этого поэта: «Не скушай меня без нужды, возвратом нежности твоей, разочарованному чужды, все обольщения прежних дней. Уж я не верю увереньким, уж я не верую в любовь, и не могу предаться вновь раз изменившим сновидениям. Слепой тоски моей немножь, не заводи о прежнем слова, и друг заботливый больного в его дремоте не тревожь. Я сплю, не сладко усыпленье, забудь бывалые мечты, в душе моей одно волненье, а не любовь разбудишь ты». Пушкин писал Баратынский прелести и чудо. Никогда больше не стану печатать своих коллеги после его. Он у нас оригинален, ибо мыслит, мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем, как чувствует сильно и глубоко. Сам Баратынский, несмотря на свою популярность и славу, писал о себе очень скромно. «Мой дар Бог и голос мой не громок, но я живу, и на земле моем кому-нибудь любезно бытие. Его найдет далекий мой потомок, моих стихах, как знать. Душа моя окажется сушой в обсношенье, и как нашел я друга в поколенье, читателя найдет потомство я». Все-таки он надеется на то, что его будут читать после его смерти. И, к сожалению, в хрестоматиях наших школьных учебниках всего-навсего полтора стихотворения Баратынского. «Весна, весна, как воздух чист», и отрывок из его стихотворения «Осень». А между тем Пушкин назвал его в одной из глав Евгения Онегина Гамлетом Баратынским. Это поэт начинал как романтик, затем это поэт-психолог, поэт-философ. У Белинского есть такая фраза: «Всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, первое место бесспорно принадлежит Баратынскому». Петр Андреевич Вяземский, вот здесь его фотография, он не был в этом доме, но Баратынский с Пушкиным, с Денисом Васильевичем Давыдовым часто ездили в Астафьево к Петру Андреевичу Вяземскому. Вот здесь бывал Яков Петрович Половский, уже у сына Тютчева Ивана Федоровича, у внуков Тютчева. Сын Тютчева, мировой судья Дмитровского уезда, построил еще в 1878 году храм Спаса Рукотворного. Если вы туда ходили, вы видели там три могилы возле храма. Там похоронен вот этот самый сын поэта в 1909 году, внук поэта, один из его сыновей в 1949 году. После революции Николай Иванович Тютчев, внук его, обратился в Совнарком с предложением устроить в Мурановском доме литературный музей. И здесь бывали такие интересные люди. Здесь все вещи подлинные. Здесь акварели, портреты, написанные известными художниками, фотографии, семейные альбомы. Здесь книги интересные, журналы, в том числе и Серебряного века уже, не только классическая литература здесь представлена. Ноты, журналы, мод. В этом доме всегда были учителя. У Баратынского было 8 учителей. Учитель музыки, рисования, иностранных языков, французского, немецкого, английского и итальянского. И здесь все продумано до мельчайших деталей Баратынским. Дом большой, в нем 18 комнат, 9 на первом, 9 на втором. В доме 16 печей, в доме 2 камина. И вот здесь вы видите такие невысокие двери. Чем ниже дверь, тем дольше сохраняется тепло от натопленных печей. Баратынский здесь в Муране превратился в хорошего хозяина. Он продавал лес, сначала бревнами, а потом подумал, что можно досками продавать, это же несколько раз дороже. И он устроил лесопилку, сам придумал механизм. Он пишет Николаю Васильевичу Кутяти, Сонечке, Петербург. Доходы-то делились между двумя сестрами, Сонечкой и Анастасией. Вы видите Николаю Васильевичу Кутяту и Сонечку. Верхний крайний портрет, они здесь не молодыми изображены. Баратынский и Настенька, вот шляпки параллельно с левой стороны, да, параллельно Баратынскому. Сын поэта, который мы видим здесь уже вот с бородой, да, Иван Федорович, здесь он молоденький, с правой стороны, вот внизу на нижнем паркете. С левой стороны его жена, внучка Энгельгарда. Значит, у нас получается Энгельгарда, Лев Николаевич, вот светлые рамочки на фотографии, такой бледненький портретик. Мы видим еще позже его большой портрет. Генерал-майор, двоюродный племянник князя Потемкина. Он ходил в походы с Суворовым и Румянцевым-Задунайским против турок. Это еще до наполеоновских походов. И с левой стороны его жена Екатерина Петровна, урожденная 3000. Вот они в 1816 году купили усадьбу Мурана. Здесь было всего 12 дворов, 74 мужика крепостных всего-навсего. Мы говорим о людях небогатых, а о помещиках средней руки.
И а вот Федор Иванович Тютчев здесь изображен на портрете художника-фотографа Левицкого, потому что вот именно его сын, видите, в 1869 году женился на внучке Энгельгарда. И вот он стал быть Ивану Федоровичу, сыну своему Федору Ивановичу, писал за 2 года до смерти. В 1871 году письмо на французском языке сохранилось, написанное вот на Мурановский адрес. Буду у Аксаковых, то есть у Ивана Сергеевича Аксакова, зятя своего, сына Сергея Тимофеевича, и Анны, дочери, Вобранцева. А потом, наверное, заеду к вам. Только ты должен назвать станцию, на которой мне выходить. Ну, станция Ашукинская сейчас, да? А раньше наши люди, наши мурановские люди, ездили сюда до станции Талица. Сейчас это Софрино, вот там. И на лошадках 4-5 часов. А, ну, сам путь немножко побыстрее, конечно, утоптанный снег, когда не ухабов, не лужи там, все такое прочее. И вот даже и в погоду особенно тяжело было доехать. А когда в 1862 году пошел поезд уже из Москвы, с Ярославского вокзала, отец Савва Ивановича Мамонта, да, построил железную дорогу, и в Петербурге она была намного раньше, то 2,5 часа до Сергиева Посада, 5 станций от Москвы. Танинская, Мытищи, Пушкино, Талицы, Тофрино, да, и Сергиев Посад. Но наши люди ездили до Талицы. А там уже экипаж или присылали отсюда, и повозку, или там нанимали, и сюда уже вот добрать. Иногда ездили до Братовщины, потому что Братовщина была почтовой станцией, когда-то там был путевой царский дворец. А, даже как и в Мытищах, и Пушкина. И вот эта дорога, ведь к Троице Сергиевой Лавре, это дорога в Харьково, к Покровскому женскому городу, дорога на Святую Землю, Радонеж, да? И паломники ездили туда, и духовные лица, и на обратном пути, и сольный праздник, куда? Конечно, к Тютчеву. Здесь и храм, здесь и люди высокой культуры, здесь и библиотека, и новые журналы, и все время свежая пресса, и есть о чем поговорить. Так что вот по дороге в храм вы можете видеть фотографии семейного альбома увеличенные, и там духовные лица с Иваном Федоровичем, с его женой, с дочерьми Ивана Федоровича, Софьей Ивановной, Екатериной Ивановной, и среди них Трифон Туркестанов, который мы можем видеть на полотнах Курина. Иван Федорович Тютчев умер в Петербурге. Последние 4 года он член Государственного совета. Его прекрасно знали Романовы при дворе. И две его дочери, Софья Ивановна и Екатерина Ивановна, вообще все его дети, у него 4 детей, Николай Иванович, которого назначили первым директором этого музея, он добивался получения охранных грамот. Хотя Николай Иванович до революции церемониймейстер высочайшего двора. А Софья Ивановна и Екатерина Ивановна, они тоже фрейлинами служили. Когда-то из 1907 по 12 год Софья Ивановна, одна из его дочерей, была воспитательницей дочерей Николая II, нашего последнего царя. С 1907 по 12. А Екатерина Ивановна, другая его дочь, родила 2 детей. И один из них, это уже 2-й директор этого музея, Кирилл Васильевич Пигаров, тоже там похоронен в 1984 году. Значит, там могила сына вот этого, внука 1-го директора и правнука 2-го директора. Кирилл Васильевич Пигарев, это ученый с правым именем. У него написаны книги о Тютчеве, о Боротынском, вообще о поэтах, о литературе 19 века. Так что все детки Ивана, внуки Федора Ивановича Тютчева родились в этом доме в 1870, 73, 76, 79. А умерли они уже вот во флигеле, вот там. Вы подъехали на автобусе, увидели там вот этот флигель с балконом. И еще кухонка, отдельный флигель. Так вот, в 1918 году, когда уже охранная грамота была у них в доме, они освободили этот дом. Все. И ушли туда, и в Москве у них была квартира. И вот умерли они уже там, вот две сестры, две внучки Тютчева, в 1957 году. И так уже давно. Одной было 87, Софье Ивановне, которая вот воспитывала царских детей, а Екатерине Ивановне 78. И они похоронены недалеко отсюда, в Рахманово, на кладбище в Рахманово. Это поворот, вот когда на Москву, на Софрино. Вот вы видите здесь дорожку на родину Тютчева, к Овстугу. Овстуг расположен
по-моему, 30 километров от Брянска. Там родовая вотчина тетчева, там Феденька родился, там родился его братик Николенька. И оттуда они приехали в Москву на постоянное место жительства, когда Федору было 2 года. В Москве дом Тютчева в Армянском переулке сохранился, где прошло его детство и юность, дом с двумя мемориальными досками. Но это не музей, это детский фонд. И в Москве есть места, конечно, связанные с именами его родственников, где сын бывал, где мать его жила. Об этом мы будем говорить позже. Ну вот храм вы видите, да, на акварели. Вы видите, там... там и колодцы сохранились, какие-то здесь кучерская сохранилась, за кучерской ледник был, в погребе хранились запасы деревенской провизии. И вот Эрнестина Федоровна Тютчева, смотрите, пожалуйста, это вдова поэта, вот небольшая фотография. Федор Иванович Тютчев прожил 69 лет, он родился в 3-м, а умер в 73-м. С 74-го года Эрнестина Федоровна ездит сюда, в Мураново, к своему сыну и к своим внукам. Она даже привезла сюда из-за границы троих гувернеров. И именно для своей маменьки Иван Федорович построил вот эти вот 2 флигеля. Эрнестина Федоровна писала Вяземскому за границу, как я люблю русскую деревню. Этот уголок земли обожаем. Последние 20 лет жизни после смерти Тютчева она занималась его бумагами, его литературным наследием. Здесь все что-то после себя оставили. Кто-то собственноручными дачными записями. Крылова не было в этом доме, но уже внуки и правнуки ставили басни Крылова, спектакли. Разыгрывали «Кот и Поросль», «Коза и Муравей», Лунгинов, вот литератор тоже, «Путята» много раз был. Сереженька Романов, Сергей Александрович Романов, будущий генерал-губернатор Москвы. Он здесь не был, но здесь была его вдова Елизавета Федоровна, великой княгини. Дважды она приезжала к внукам Тютчева. В 1909 году на 40 дней Ивана Федоровича. И в 1916-м здесь крестили в этом храме Николеньку, брата Кирюшеньки, Кирюшенька Кирилл Васильевич Пигарев. В 1911 году родился, а брат его Николай Васильевич Николенька в 16-м. Вот потом он был профессором завкафедры птицеводства в Тимирязевской академии. Его похоронили лет 9 назад. Вот он мог сказать своим студентам, что его крестная мать настоящая святая женщина, да, она причислена к лику святых. Так что вот такие люди здесь жили, они значительную часть средств тратили на книги, книг в этом доме много, 10 тысяч томов на 13 языках мира. И вот эту террасу, которую мы видим с вами с левой стороны, это вот как раз акварелька показывает лесенку и дорожку на ту сторону, персиковая оранжерея. Оранжерея не сохранилась, но там вы можете видеть ее фотографию. Там также цветут вот эти розы. Все так же, как вот на этой картиночке. А вот эта акварелька изображает вот эту терраску при Боротынском, она была застеклена, она была зимним садом. А Тютчева ее растеклили, потому что была большая влажность в этих комнатах. Здесь трудно было дышать. И здесь вот с той стороны вы увидите уже на улице, как здесь вот на этой терраске стоит столик. За столиком, за самоваром сидит Иван Федорович, рядом его 2 дочери, священник Иоанн Добросердов в местном храме. Он служил, но его расстреляли на полигоне Бутова в 1932 году. Вот, Тютчевы, к счастью, к нашему не пострадали. Николай Иванович Тютчев был известным коллекционером. Он собирал редкие образцы фарфора, другие предметы редкие. И, ну, наверное, воля Божья сохранить этих людей. Они нам столько всего оставили, правда? Все вещи здесь подлинные, никаких подделок нет. Но вот эти 2 работы, «Закат в Крыму», это работа Айвазовского, а напротив работа Саврасова в море. Они пришли к нам уже из реставрационной мастерской, из рук реставраторов. У нас в 2006 году был пожар в Шаровой море. Они временно находились наверху, и эта работа была забрызгана пеной, то есть химический ожог, вся была забрызгана пеной. А это почти вся обгорела. Так что вот те годы после пожара 2006 года музей, по-моему, лет 5 не работал, и все наши вещи, почти все наши вещи, мебель, книги, ну, в общем, все, хранились в разных музеях, в больших Везёмах, может, кто-то на протяжении 4 лет видел нашу живопись, она там вся была сосредоточена, в Сергиевом Посаде наши книги хранились, мебель, в Клину даже, в Астафьево. Давайте пройдем, пригнитесь, скажите, пожалуйста. Скажите, а вот это черное, это кто? Ну, там икона какая-то, я, честно говоря, не помню, что это икона. Ну, я
Да, иконы в этом доме много, но сегодня не так уж много здесь икон висит. Тючи были людьми православными, они жили по вере, творили добро. Где бы тючевы ни жили, они везде строили школу для крестьянских детей. Здесь на 30 крестьянских девочек и мальчиков была школа построена Иваном. На пороге не стойте, проходим. В Обсурге сохранилась школа, построенная одной из дочерей Тютчева Марии. В Арбарине, где жила одна из дочерей Тютчева. У Тютчева от первого брака трое дочерей Анна, Дарья и Екатерина. И они уже взрослыми приезжали сюда. А от второго брака Марии, Дмитрий и Иван. Вот здесь, пожалуйста, модные журналы. Там в участковой вы можете посмотреть модные платья, шляпки, какие-то аксессуары модные. Музей Мосфильма нам привез выставку, и вот она находится там, в здании напротив. Как и с книгами. В этом, как у книги на английском языке, в этом на немецком, Гейден, Йозеф, Шеллинг, Тютчев из своих 69 лет 22 года прожил и прослужил за границей в Мюнхене на дипломатической службе. Он оказался 18 лет и 7 месяцев. И он служил секретарем русской миссии. В 1844 году он окончательно возвратился в Россию, но за границу ездил часто по делам службы. Вот английский язык, немецкий язык, и с этими немецкими поэтами Гёте, Гейне, Тютчев дружил и переводил их. Французский язык вот в этом шкафу, журнал «Revue de Monde», где Тютчев часто печатал свои статьи на политические темы. Большие книги вот в этом шкафу, где много знаменитой французской энциклопедии «Словарь искусств, наук, быта и ремесел». Этот словарь находился в 1751 году, на протяжении 25 лет. Его автор – французский просветитель Шоу, Вольтер, Д'Аламбер. Есть и правильного характера книги по истории, географии, по кулинарии, по садоводству. А вот перед вами первое издание «Толкового словаря Даля», 1861 год. Вот там книги на русском языке, но вот здесь мы видим еще бюст Петра. При Петре воевал прадед Энгельгарда, мы увидим позже его портрет. Он принимал участие в Полтавской битве. При Екатерине служили Федор Андреевич Остерман, сын знаменитого дипломата Андрея Ивановича Остермана, служившего еще при Петре. Бюст Боротынского, вы видите, на книжном шкафу. Этот бюст изготовлен в России с посмертной маски, которую Анастасия Львовна привезла из Шнязьма. А посмертная маска с усопшего поэта была всегда там по настоянию художника Александра Иванова, имени Христа народа, да? Он долгое время жил там. Поднимите, пожалуйста, вот такая маска, которая Боротынская была застеплена, была из Александра, а вот уже у Тютчевых она была такой открытой галереей, и можно было вот оттуда, с парадного входа, видите, галереи парадных комнат, заканчивалась зимним садом Боротынского, все было продумано.